Здравствуйте, приветствую всех на своем канале, и в этом видео я покажу вам свой второй заказ по каталогу Faberlic номер 16/2016. Если вам это интересно, то оставайтесь со мной, и всем желаю приятного просмотра. Сегодня 1 декабря, и это значит, что уже пришла пора и начало зимы. Желаю всем, чтобы ваша зима была теплая, волшебная, чтобы в ней происходили чудеса, чтобы было хорошее настроение, и чтобы близкие, родные, друзья вас радовали. Давайте начнем. Я заказала второй заказ из-за посылочки. Настя Зарецкая, привет тебе. Мы с тобой будем обмениваться, ты об этом знаешь. И моя посылка сейчас находится в сборке еще. Я ничего не буду показывать из посылки, потому что Настя, я знаю, меня смотрит. Пусть это останется сюрпризом. Я вам покажу только свои продукты, их было немного. Но, может быть, что-то здесь есть интересное. В основном это уход. Также у меня появился вот такой каталог номер уже 17, потому что у меня заказ по 16 каталогу, и по этому каталогу я уже сделала заказ буквально через несколько дней, а точнее сегодня у нас четверг, в понедельник я уже получу свой заказ по данному каталогу, я вам его покажу. Небольшой у меня первый заказ, возможно, также буду разбивать и делать два заказика, потому что мне пока сейчас так удобнее ориентироваться по деньгам. Так, значит, давайте я вам покажу вот такую вот серию этноботаника, я ее беру не первый раз. У меня уже был такой тоник для лица, сейчас я взяла гель для умывания и тоник как раз, покажу вам еще. Гель для умывания «Свежее сияние», «Голубой лотос», «Ягоды асаи», «Масло макадамии». Это серия этноботаника, гель идет такого, по-моему, голубоватого цвета. Очень-очень приятный запах таких вот цветов для меня. Мне он нравится, я уже говорила в каком-то видео, но повторюсь, больше, чем аромат 30+. Этот запах приятный, в геле идет 100 мл, он хорошо пенится, кожа после него очищена, я бы даже сказала, до скрипа, я могу его посоветовать. Цена геля и тоника была 99 рублей, то есть недорого. Но, по-моему, не какое-то специальное предложение, а просто хорошая цена. И тоник также, я повторяю, беру второй раз. Тоник, значит, здесь я сказала, что 100 мл, артикул еще скажу 0,820 геля для умывания. И тоник для лица 150 мл, артикул 0,821. Тоник очень приятно пахнет, этими обоими средствами я сейчас пользуюсь. Они у меня стоят в ванной. Мне не нравится. Аромат такой же, только пореже, чем в предыдущем геле. Цветочный, приятный, мне он очень нравится. Тоник мне кожу не сушит. Нравится, средней липкости, могу его посоветовать. Но такой вот аромат мне понравился больше все-таки. Поэтому эту серию я повторила. И, ну, и 30+, я также буду, наверное, брать. Иногда 30+, чередовать с 20+. Следующее, что я вам покажу, было хорошее предложение в новинках. Серия сама не новинка, но новинка мыло для рук. Я взяла себе ванильное лакомство серии Beauty Cafe крем мыло для рук. Так оно выглядит. Это мыло очень имеет такой сладкий запах. Я его взяла именно на зиму себе, потому что я сладкие запахи люблю именно только зимой. Ванильки такой. И вторая нотка такая вот, как древесная ваниль, которая есть, допустим, в Фраше. Очень благородный запах, дорогой, приятный. Мне понравился мыло густое, кремовое. Будем с удовольствием пользоваться. Сейчас у меня мыло стоит, и я им пользуюсь от предыдущей у меня, по-моему, цветочной серии Оранжери. Ирис и папоротник. И когда я то и закончу мыло, я буду пользоваться данным мылом ванильным. Очень приятно, я выбрала себе, и здесь артикул 2146, объем 300 мл. Могу посоветовать, хорошее, руки не сушат, я его беру в разных вариантах, уже не первый раз, это мои фавориты, вообще вся серия Beauty Cafe. Очень вкусная, приятная, и я ее люблю. И взяла вот такой вот бальзамчик для губ, ванильное лакомство, я оставила коробочку вам показать, что все еще он приходит у меня в коробочке. Пришел, хотя у девочек, у некоторых уже без, артикул 2152. Мыло, по-моему, стоило 89 рублей, бальзамчик 69 рублей по акции. Если я не ошибаюсь, то есть что очень дешево. Бальзам идет стандартный 10 мл, открытый 6 месяцев. Я уже его открыла, попробовала. И мне кажется, что консистенция изменилась бальзама. Она была такая более густая, более питательная. Сейчас консистенция ближе к масляной. Покажу, не знаю, получится показать или нет. Вот такой вот он стал. То есть как маслица такое водянистое. Мы его разносим по губам. Бальзам как был липкий, так и остался, что для меня в холодное время плюс. Имеет такой же аромат, как жидкое мыло, приятный, сладкий, ванильный. Ванилька, все-таки я говорю, больше для меня не просто пирожное, да, там ванилька какая-то кондитерская, а именно такой древесный аромат. Вот, можете себе смело брать, я советую. Так вот выглядит бальзамчик.
И последний продукт, который я вам покажу из серии Beauty Cafe. У меня просто бальзамов сейчас не так много, я взяла еще себе один. И этот я, наверное, возьму на работу. Или буду с собой носить. Так, и последний продукт, который я вам покажу, это крем для рук. Также ванильное лакомство из серии Beauty Cafe новинка. Эти кремики были две штучки. Один я пошлю Насте, привет тебе. Вот, а второй вот этот пока под вопросом. Я его не открывала, но он, к сожалению, идет не зафольгированный. Но я его не открывала, не пробовала, вам пока не смогу показать консистенцию, потому что, возможно, он у меня пойдет на подарочек. Данный крем. 75 мл, артикул 2145, 8 месяцев после открытия. Так и хочется полакомиться этим вкусным десертом. Побалуйте свои ручки. Это вот здесь так написано. Ну, то есть, очень приятно. Наносите крем легкими массажными движениями на чистые руки по мере необходимости. И всегда тут пишут, очень вкусно, но несъедобно. Что очень радует упаковка, радует ароматы. И эту серию очень люблю. Хочу себе также взять, наверное, еще в 17-м каталоге все-таки возьму себе мятный шоколад. Потому что запах там тоже, аромат мне очень нравится. Вкусный, обалденный, приятный. И этот запах тоже не оставит равнодушным, особенно в холодное время года. Очень сладкий, но не приторный. Понравился. И последний продукт, который я вам покажу, сказала, что у меня заказ был небольшой. Это вот такая вот коробочка. Себя решила побаловать. Это я взяла себе эту прекрасную коробочку. И в ней находится салатник и зимний букет. Взяла я себе большой, артикул 96-65. Этот салатник у меня уже видели, сын оценил, очень понравился ему. Муж, и я тоже посмотрела, мне он тоже понравился. Он, я не скажу, что большой, коробка, конечно, больше намного, чем сам салатник. Цену я вам не подскажу, надо смотреть, по-моему, 379 рублей. Я могу, конечно, ошибаться, в общем, вот так примерно он стоит. Идет вот в таком пупырчатом пакетике. Кто любит их хлопать, здесь это есть. Я тоже могу иногда для поднятия настроения. Но, в общем, пока оставила вам показать. Вот так она выглядит. Это тарелочка, салатник, да? Так он выглядит. Я считаю, очень красиво он выполненный. Такой, как бы, матовый даже. Не глянцевая поверхность. Она такая шершавенькая. Будет, я думаю, хорошо очищаться. И очень красивые зимние цветы. Тюльпаны, гвоздики, розы. Очень красиво смотрится, женственно. Я его взяла себе для салатиков. Летом захочу, мне кажется, этот принт он подходит и на зиму, и на лето. Захочу салатиков, там огурчики, помидорчики. И в такой вот тарелочке салатники будет очень приятно покушать. Поэтому взяла себя порадовать. Здесь сзади такая наклеечка, он белого цвета сзади. И наклеечка идет Дом Фаберлик. Также люблю Дом Фаберлик, иногда беру какие-то средства. И сейчас взяла, не устояла, хотела себя порадовать, побаловать. Вот и все, что было в моем заказе. Пробники я пока не брала, водичек, возможно, возьму попозже. Именно вот новинки от Алены Ахмадулиной. Пока еще я не пробовала, но пока это мой заказ. И, к сожалению, уже многих продуктов по 16-му каталогу не было. Также я вам не показываю большую часть того, что у меня будет на посылочку. И до встречи, тогда мы с вами увидимся. Я вам покажу уже заказ по 17-му каталогу. Всем желаю здоровья, счастья, отличного настроения, удачи и до новых встреч!